Белом пятно. Шилова Кристина Романовна. 1997 года. Поволжье, Пермский край, село Уинское. ДСО «Профсоюзы», кандидат мастера спорта. Дзюдо занимается с 2005 года. В сборной команде России с 2011 года. Лучшие спортивные результаты. Первенство Европы 2012 и 2013 года. Третьи места. Первенство мира 2013 года. Третье место. Тренер Шилов Роман Анатольевич. Синий кимоно. Шрайнер Маргарита Александровна, 1999 года. Южный федеральный округ, город Краснодар. Динамо, первый разряд. Дзюдо занимается с 2009 года. Первое место на Южном федеральном округе и первое место ЦС «Динамо». Тренеры Годовников Юрий Александрович, Коваленко Сергей Владимирович. Thank you.